Мы 4 года назад встречались здесь же с председателем государственных дел, товарищем Ким Чен Ыном, и мы поговорили о том, что, конечно, уже мы ожидаем в этом году открытия совместных проектов, вот, связанных с развитием туризма, развитием сельского хозяйства. Вот. То есть, безусловно, это вопросы, связанные, в общем-то, и со строительством. Поэтому, конечно, сейчас комиссии будут прорабатывать эти механизмы, но мы надеемся, что здравоохранение Кореи снимет те ограничения, которые позволят более плотным контактам. Вот, то есть, ну и сам по себе визит вот, товарища Ким Чен Ына в Россию, это уже знак того, что эти контакты будут продолжены на уровне не только глав государств, но на уровне рабочих групп, на уровне различных комиссий, ну и самое главное, на уровне тех деловых и экономических связей, которые и дружественных, которые всегда связывали наши страны. Мы к этому готовы, предложили несколько вариантов сотрудничества. Я думаю, что мы эту работу продолжим. Ну и по мере возможности, конечно, обменяемся визитами, в том числе и в Корею со стороны приморской делегации, как только будет уже сняты окончательные ограничения по системе здравоохранения Кореи.